Сворачивает Аникеева, Афин не попадает. Это промах Тора, друзья. Я думаю, как бы больно не пришлось Захарову, но придется этот момент отдельно вырезать. По футболу не могут сохранить свои мысли и себя в спокойствии. А здесь не забивает. Это невероятный промах, и едва Джокер не ответил. Да-да-да, подсказываю, что в штангу попал Никита Сапронов, назначается 9-метровый удар. Столько всего мы видели в матчах российского чемпионата, но такого еще, по-моему, никто не видел.